Смотрите, ребят, написано, машины не ставить, да? И пофигу для пожарников. Проезд сделал. Эй, детки, конфетки! Иди. Слава, иди с бардаком здоровайся. Привет, Бурундук! Привет! Можно руку вашу мужественно пожать? А это что такое? Спасибо. Самый молчаливый Бурундук попался. Молчаливый? Да, ничего не сказал. На руку пожал, на, Слава. Почитай, что там Бурундук раздает. Вот такое у нас пермское лето. Так, где-то здесь должны быть эти. Кто? Маринка должны быть. Кто? Лего? Где эти Лего? Это нас Маринка, если что, сюда привела на Лего. Ну-ка, давай этого спросим чувака, где Лего? А Лего будет? А Лего будет у вас сегодня? Я не знаю. Вы знаете? Хорошо. Спасибо. Это чувак из Аралаша. Раздает вот такие фишки. На. Лего, дождь. Это дождь, Лего. Где Лего? Ты нас перевела на Лего. Слава. Тебе одному, Слава, да, хорошо? Танцульки только любишь танцевать. Не влезь, если это будет кто-то из моих одноклассников. Это твои одноклассники? Мамочки. Здорово. Можно? Настя, иди встань, селфи сделай. Встань. Ой, прошу прощения. Это да. Маньяк общается. Слава, вставай рядышком. Настя. Народу, ребят, просто пипец. Хоть солнышко вылезло. Вперед встань. И движение знаю. И не возражайте, я так хочу. Я даже роль злодея учу. Что? Не хотите со мной играть? Будем мы играть или нет, ребята? Да поиграем мы с тобой, Лекомен. Ты главное не злись. Давайте для начала его похвалим аплодисментами. Громко, громко и дружно. Громче, громче. Ну что... Раз, раз, угод! Ваши варианты, Слава. В какую можно игру иди поиграть туда. С Легоменом? Ведь он такой большой, большой. Кто знает, руку поднимает. Ну? Еще, девчонка, ну? Еще, твой вариант. Руку подними, ну-ка, ну-ка. Правильно, в Лего-баскетбол мы сейчас будем играть. Кто не возражает, с нами играет. А ну-ка, первый ряд, и кто желает, вдоль скамеечки. Оп, пиво, оп, оп. Стоп! Остановились! Стоп! Молодцы! Аплодисменты! Классно! О! Не в меня, в кольцо! Еще! Давай, бросок! Оп! Мимо! Оп! Мимо! Оп! Стоп! Остановились! Миша, Миша, тебе же не давали легко. Интересно, но ближе не пойдем? Ну что, последняя попытка? Ты ну а пойдешь сейчас? Ближе? Да. Покидаешь? Последняя попытка! Бросить в Лего кольцо достается тому, кто быстрее всех замрет в позу ниндзя. Где у меня ниндзя-то? Где ниндзя? Вау! Итак, для того, чтобы состояться... Не, не трогаем, не трогаем, не трогаем. Для того, чтобы Лего-салют состоялся, вам нужно сделать еще два шага назад. Дальше, дальше, дальше. Запоминайте мои волшебные слова. Раз, два, три, салют, лети. Попробуем все вместе. И раз, два. Что-то как-то слабовато. Давайте-ка вместе со взрослыми. Раз, два, три. Ну что, попробуем, Легомен, ты готов? Осторожно только, не упади. Ну что, друзья, тогда все глаза дружно закрываем. И наш Лего-салют встречаем!
Так, все-все закрываем глаза. Никто не подглядывает. Готовы? Не слышу. Тогда давайте вместе с нами снова. Раз, два, три. Салют, лети. Запомнили? А теперь можете наоборот чуть-чуть поближе подойти, глаза открыть чуть-чуть поближе. Да. Друзья, если иди, кому беги, беги поближе. Салют, иди поближе, иди. Давай поближе. Соседу справа или соседу. Нет, тогда вставай, чтобы будешь видеть. А можно даже взрослым. Так он с этой стороны, Мариш. Готовы? Поехали. Мариша, с этой стороны ему мешает. Салют! Быстрее, быстрее, на сцену забрасываем. Все кубы нам на сцену. Скорей. Оп, еще. Еще, все бросаем сюда. Легомену. Все, легомену. Так, мальчишка в зеленом, легомену. Девчонки, все сюда детали. Да, мамы и папы аплодируют нашим лего-героям. Громче аплодируют. Еще, где лего-кубы маленькие? Ох, я тоже тебя люблю. Громче! Еще дружнее! Ну что, друзья, я вижу, что Легомен салютом нашим доволен. Правда, Легомен? Поэтому, друзья, Легомен остается у нас в ниндзяго и будет нас охранять и оберегать. Давайте ему скажем за это спасибо. 3-4! Еще разок! Ну что, друзья, как хорошо, что вы здесь побывали. Город Ниндзяго наш Умидари. Давайте еще раз нашему городу громко похлопаем. На этом, к сожалению, наши двери в Легоград закрываются. А мы с вами не прощаемся, а говорим до новых... Что, из-за ребенка я не прокатил? Контактный зоопарк. За наличку дана? Давай по карточке. Смотри-ка, купит. Карточка парка-то где? Так там, сзади, вот лежит. Вот женщина. В кошельке знает, где у меня карточки с деньгами, а карточки детские она не знает. Утки делятся. Утки дерутся. Да, идем. Чего они не поделили? А где Слава? Вон. Понятие. Вот так. Так карточку можно. Да, я уберу. Интересно, что же они не поделили? Какие дикие развлечения. Утки на бои. Делаем ставки, господа. Они разошлись. Давай. Кажется, мне здесь это не кролик. Сейчас, подождите, ребят. Что там, кролик? Это не живой кролик. Не живой? Вот я говорю, кажется, я думаю, чувствую здесь обман где-то. Это не живой кролик. Это цесарки здесь обитают, а он как это. Пойдемте кого-нибудь покормим. О, смотрите, какие они наглые ходят, смотрите, дерутся. Смотрите, оп, понеслась. Попили такие, знаешь, как бы, давай разбираться. Мужики, хватит драться. Не стреляйте в друг друга. Они кушают это? Да. Нет. О, смотри, сама на себя прыгает. У них хрена какие-то здесь дикие. Короче, все что-то вообще тут месиво такое. Прям дальше смотреть? Ну, нет, самый вот наглый вот этот, короче, вот этот, на всех прыгает. И та на стены, короче, от них гасится. Дикие утки, короче. Пойдем дальше. О, смотри, куборзы, раз подошел. Блин, вообще. Так, а вот здесь что, вон козы ходят. О, лоси. Контактный такой зоопарк небольшой. Конечно, это для миллионника такой маленький. Опять свинья-поделка. И петух. Вон петух настоящий. А вон петух поддельный. Он с ним дерется. Вон там маленький. Эй, воробей у него поел, тут улетел. Это фазан королевский. А так смотри, вот такой же, там вот такой же, смотри. Вот там вот точно такой же сидит. Ну, отсадили его, да. Видимо, они очень друг друга били.
Так, что у нас тут? О! О! Марина, Марина, на рецепт. Выбирай, вот этого на рецепт или вот этого сегодня? Мне белого жалко, ты посмотри. Это он спит. Пап. Это альбинос. Ты вообще кто? Кто ты? Смотри, скажи мне. Классно, это индюшка белая московская. Ты кто? Индюшка. Классный рецепт получился бы из них. Вот наваристый. Вода, это не дам. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. Милости просим, сказал я. И подмигнул своим братьям. Поросятам не пришлось долго ждать. Голубь. Ёжик опять обманывает, смотри, лежит типа. Вон фазан. Такой, слушай, начесали ему, да, хохол такой? Ага, начесанный такой. Ободранный. И вон тут это бегает. Голубь павлин. Тот голубь павлин. Ну, а тут а кто? Обман. Съели? Слава, он, смотри, кролик. Луня! А у него есть морковка, он уже не ест их. Я хочу пальцем. Дай тебе пальцем вот так. О, лили такой, слушай, большой лили. Так подними, Слава, подними и дай ему. Чтоб едой-то не раскидываться. Вот это обнаглевшее создание. Ешь морковь. Он морковь не хочет. Жирный заяц. Давайте за ухо потрогаю. Ой, какое ушко. Кого потрогал, скажи, заяц. Ой. Большая лилия. Шесть как у лилии. Да не ест тут, видишь, он объевшийся. Не надо, все, он уже объелся, там, морковки этой. Он объелся, пойдем. Объевшийся. Давай то для рецепта. О, жирный кролик лежит. Какой милый. Это, видимо, кусачий, поэтому клетка такая маленькая. Спит. Ну покорми меня, человек. О, нормально зашло. Слава, потяни ему. Покорми меня, маленький человек. Он даже лишние движения не может сделать назад, оглянуться, что там морковка. И тут зайка. Да. Ник, цик, 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 скажи, мужик. А вдруг это женщина? Женщина? Нет, на женщину вообще ноль внимания. Мама вообще куда-то пихает, непонятно куда. Это женщина, да, женщина. Завалите его морковкой. Самки крупнее самцов, значит это самка. С чего ли ты взяла? Ты самца здесь видела? Я вот не вижу здесь самца. С чего ты сравнила-то? О, смотрите, поросенок, смотрите, поросенок. Смотрите, поросенок, Слава. Буря, 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 буря. Буря, буря, буря. Вообще никак. Он роет, смотри, что. Смотри, Слав, поросенок. Ну, походу идет к нему. Морковку. Воробей ест морковки. Да встаньте, закидали. Смотри, смотри, убежал. Он здесь все перерыл. Вот это вот все он носом перерыл, видите? Вот это семейство. Маленькие, да? А вон еще посмотрите, черненькие. Это семейство. Он такой сиамский. Тайский. На лапте был. На лапте у нас лапоть был, кот такой же. Тайский. Вот, все, дали ему похавать, все, давай. А вот этим маленьким будете давать? Да, так это нам семья, смотри, вот эти мелкие, вот та большая растичка, вот тут родичи, и это их, эти. Такие смотри, глазки, смотри, дайте смотри. Пальчик, я вам кусь сделаю. Это что такое, ешь? Суньте пальчик, кусь он будет. Он ест, видишь? Давай мы ему дадим, он не ест.
Дайте, пожалуйста, интервью для нашего семейного канала. Как у вас здесь дела? Все ли хорошо, все устраивает? Как питание? А как ЖКХ? Коммунальные как? Понял. Они все в одном, мама. Так, мама, они все в одном живут. Коммунальная. Он этот себе, видишь, половину клетки отделил, а этих в пятером. Понятно. То есть это как бы самый такой, это директор ЖКО. Чипов сидит. Один на раздаче там, да, сидит? А кто здесь? Кто здесь? А кто там написан? Кто? Меринос? Вот бы знать, что это такое за Мерин и нос. Никак не отвлекается. Слава. А тут можно открыть? Ну иди заходи. Может, он тебя съест. Ой, смотри, смотри, какие. Дурики. Гуси. Это гуси, да ведь? Да. Гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите. Они, наверное, едят морковку-то ведь? Да-да-да. Настя, он тебя понимает. Ты общаешься с животными. Они травку едят, морковку не хотят. Да. Давай им травку дать. На горку надо залезать. А у тебя идея? Это подальше сюда. А это морковку пытается съесть. О, нифига себе. Ест, смотри, что грызет прямо. А вон тот такой лопухи. Не все тут лопухи, походу. Смотри, он съел морковку всю, которую вы ему кинули. Там маленькие зубки, смотрите, внутри. Они говорят спасибо. Это морковку все ест. Вечно голодные гуси. Да, вечно голодные. Богатые морковки. Еще не кушают. И розовые морковки. Гуси. Все, пойдемте. Мои друзья, жители запаха. Сейчас я отдыхаю. Меня регулярно выгуливают и вкусно кормят, чешут за ушком. Волк. Это Рокси, пап. Рокси, Рокси, Рокси. Рокси, это волк. Это волк? Да. Он ест морковку. Ты ешь морковку? А мама, что ли, его морковку? Мама всех морковками кормит здесь. Ага, заведем. Вон Сава тебе дал. Смотри, какой милый. Смотри, какая у него, смотри, какая у него лодочка милая. Иди сюда. Пап. А? Вон, смотри, какой милый. Хочу тебя погладить. Ты волк? Да, он погладит тебе пальчик. Пусть и все, пальчика не будет. Видишь, какой хитрый. Он ждет, когда ему пальчик запихнут, и он пусть, и все. Видишь, какой он хитрый. Дай, говорит, я что-то им пальчиком поиграю. Пальчики. Хам-хам. И все. Рокси. Какой милый. Сейчас все, одно еще туда подал. Дай его в зоопарк сводить, Славу. Я боюсь. Он такой маленький. Палец-то. Ой. Подожди. Башекло мой. Слава насекомых все берегет, чтобы они на него не наступали. Какой милашка! Рокси, говорят, ты милашка. Да. Да. Морковку любишь? Волк любитель морковки, ну ты неправильный волк. Что, Слава, хочешь дать? Дайте мне мясо, хрен ли вы меня морковкой кормите. Ты же лучший. Пошли дальше. Ну, давайте пойдем. Слава в зоопарк сводим большой, там много животных. Давайте. На как-нибудь большой зоопарк сводим. Слава, смотри, там впереди. Рокси, тут и молотки даже есть, ни хрена себе. Рокси, пока. Его любят, походу.
Я охраняю ночной так. Ну. Видишь, руки нельзя пихать. Так, это кто у нас? Это у нас... Белка? Белка обыкновенная. Ты явно не белка. Ну вот явно не белка, ребят. Кто-то в комментариях отпишите, похоже на белку? Белка подвиглась. Явно ты съела белку. Такая круглая. Короче, она съела белку. О, Человек-паук. Нет, это Бэтмен. Бэтмен маленький. Так. Феникс. Даже петух, а не феникс. Я говорю, ты петух или кто? Или феникс? Мама, смотри, гопник. Короче, это как русское лото. Обманывают. Как вот он туда залетел? Это гопник. Понятно. Пойдемте. О, нифига их сколько. О, они бегут, смотри, что. На, Мася, 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 Мася. Вот, вот здесь кормят. Тут халява. Тут... Привет, ребята. Вот они вообще ничего не отказываются. Такие худые. Мама. Они губами берут, Марина. Они не зубами берут, губами. Они берут губами. Они губами берут. Не бойся, Слава. Видишь, он губками. На, держи, не бойся, вот так вот, да? Они губками берут, вот. Там еще кто-то будет, или это ламы? Дайте маленькому, маленький-то не ест. Вон, киньте маленькому. Дай нам, я маленькому, я дотянусь. Че, он какой-то дохлый совсем. А, домой еще дашь? Я маленький. Он большой, тянется к тебе. Настя, ты ему просто брось и все. Он уронила. Ты такой хороший. Не, гладить не надо, говорит. Покормила и все. Кровь? О, да. Есть кровь где-то. Сейчас ему жопу полижут и все пройдет. Это он где-то зацепился. Где зацепился чувак у тебя? Спроси у него. Вон, лежни ему. Вот там, на ляжке. Да. Маленький, смотри, какой маленький. Маленький, да. Красивый. Они линяют, их подстригли. А, так их подстригли. Вас подстригли. Вон оно что. Их выстригли, видишь, что? Mm-hmm. И вон у него Айка, где-то он тут поранился чуть-чуть, блин. Жалко. Mm-hmm. Этот-то, видишь, какой пушистый? Mm-hmm. Они все пушистые были, их подстригли, чтобы не жарко было. А это такой маленький, это так это семья, пап, смотри. Это мама, семья. Папа и малыш. Селфи, ребята. Ребята, селфи. Морская свинка, ну пойдем. Пойдемте. У Насти когда-то тоже была морская свинка. Свистела на куче говна. Лего, да, герои зашли. Да. Вот у нас и точно такая же была свинка. В один, в один. Ой, так он спрятался, что ли? О, сейчас они бегут. Понятно. Этот спрятался. Затискали, скажет всего. Затискали, да? Вон эти пришли, эти как они, ламы, это как их пришли. Можешь покладить, да. У Насти такой же был когда-то. Они так свистят. Вон второй, вон второй белый. Он на него залез. Да. Вон белый спрятался. А он к тебе пришел. Такой хохол. У него глаза красные. Брейк-данс. Видишь, Слава? Крю-крю-крю-крю-крю-крю. Не пугайте его, Слава. Тихонечко только, не пугайте его. Можно я тебя поглажу? Тихонько. Я тебя не буду пугать. Вот. Милый, да? Он только бежал. Они прячутся от вас, потому что хотят отдохнуть уже. Они только
Пойдем коника смотреть? Пойдемте. Кого-то там мучает. Там кролик, наверное? Там кролик, да? Не знаете? Там кролик? Два там. Такие толстые? Они там такие толстые лежат. Контактный зоопарк. Слова? Ты хочешь погладить? Давай я достану. Не, не надо доставать. Не мучайте. Там будете пахнуть. Мне кажется, у них депрессия. Так там сейчас только что два ребенка внутри было вместе с ними. Ну, один-то вот белый, который, понятно, такой как бы ушлый, да, ему пофигу вообще делать, что хотите. А вот тот-то, короче, вообще испуганный. Прям не на шутку, мне кажется, под себя навалил. Слава, что ты спрашиваешь про погоду или про политику? О чем как говорите? Дела, он спрашивает. Как дела? Я думал, ты про политику с ними уже. Возьмите вам морковку маме дать. Марина, короче, от кроликов морковку маме хочет дать. Ну ты совсем. Так нечестный. О, место для парковки, ешь колясок. Ну все получается, здесь что у нас что? Тоже, вот здесь другие. Вот это. Ой, какие. Там еще домик есть, и там О, он ухами грызет, ты представляешь? Ухо грызет, смотрите. А нет, помыл ему ухо. Ухо грызет! Он тебе ухо ест, кролик! Он его ест! Он его ест! Все, пол уха нет! Кролик, очнись! Ты серишь! Слава, не сиди. Слава, ты сел на какашки, крутяшь ее. На чашку. Баночку сел. Как твоя жопа? Ничего, нормально? Сырая? Ну-ка, дай посмотрю. Ты насрал. Не какал, нет? Нет. Короче, под мышку и сматываемся. Вот это, который языкастого, который справа. Кто? За ухи его и домой. К Лили. Давайте. Лили его научит жизни. Давайте. Не-не-не, все, пошлите. Вон руки мойте, идите, там руки надо помыть. Там умывальник. Да. На улице дождик уже. А? Купить можно. Кого купить? Кроликов? Да, там магазин. Не надо нам кроликов. Дома Лили достаточно. Все, давай. О, да их там два. Ой, как мили. Мама с ребенком что? Да. А, прячет, получается. Да скажи, каждый день ходит до толпами, скажи. Конечно, прячет. Опа, на него. И все, и не видно второго енота. Прятала? Вот там с этой стороны уши видны его так. Все. Скажи, спрятала. Вот тут попугаи. Там лягушки. О, смотри. Вон тарантул. О, смотри, хорек. Смотри, какой милый. А здесь кто? Нет, вон. Там кто-то живет. Что там? Кто? О, спит. Это этот. Ага, пальцы может кусить. Этот, который с шипами-то. Просто спокойствие. Так, это мыши обыкновенные. Да, птицы лет, по-моему. Да. Деревенские непримечательные. Да какой он классный. Кролик? Это тушкан какой-то. Кто там прыгает? Заяц прыгает. Кто тут сидит? Свинка морская. Свинка морская. Так, какие они большие. Сырные. Вон еще. Еще одна морская свинка. Черепаха. Черепаха уже от всех отвернулась, потому что устала. Достали ее.
ежик. Тарантул, да? Наверное, я не знаю, как правильно говорить. Чем стучать? Думаешь, он так отреагирует? Угу. Что он должен делать? Он, когда вот так стучишь, он должен поскакать или что? У меня глаза. Кого? Вправо. Да, кайфует. Лягушки. Лягушки. Что, их тоже будешь стучать, чтобы они поскакали? Ты что, спишь? Мы пришли, а ты спишь? Чё, ты что? Ты что спишь? Мы пришли. Маринка пришла. Ты что спишь? Маринке больше всего понравились ламы. Гуанго. Гуанго, да. Гуанко. Она их так полюбила, хотела у крольчат забрать морковку и им отдать. Ну, кстати, мне тоже... Ну, они, короче, самые общительные, да, здесь? Да. Ну пойдемте. Чё? Ребята, к нам делегация депутатов идет. Смотри, как пытается. Папа, они пытаются. Кто? Ага. Ну они же козлы. Так, это делегация к нам пришла. Чё, по этому будут рассказывать нам? Как надо родину любить, потерпеть и завязать еще пояса? Ладно. Единая Россия, что ли? Точно. Козлы там не могли пролезть и в одну щель выдались. Слава, передай Единой России привет. Вон они. Капусту щипят. Один гусь там спрятался. Что сказать, сегодня народу здесь просто полно. Видите, там очередями стоят, чтобы на лодочках покататься. Слава, тебе понравился контактный зоопарк? О, Настюшка. Солнышко только что выглянулось. Такой дождик прошел. Прикольно стало? Полно народу просто. Бабушки, дедушки, молодые. Ребята, мамы с детьми, с папами. Сейчас ребята увидите. Больших женщин. Подойдем сейчас к ним. Да, Слава, да, удивился. Наська удивилась, мама. Сейчас посмотрим, как это все дело выглядит. Слава, иди подойди рядышком, я просто засниму. Вот так вот. Пойдем. Давай ручку. Ну давай ручку, ты не стесняйся. Еще с шаманкой. Шаманчик вот. А, вон шаманчик. Это получается как 19 век. То есть средневековье. Охренеть. Я такая большая. Желтая. Каблуки большие. Зато какие они стройня. Страняшки? Ну да, страняшки. Моя почему-то еще видится белая. Вот, свадебные голуби. Какие где? О, голуби. Да. Фото. Он рисует. Па, хочешь, тебе нарисуют что-нибудь? Ой, я хочу мин. Хочешь? Михенди. Вечно. Настя, эта фигня выжигает кожу. Так тебе открою секрет. Да-да-да, я тебе потом покажу. Где обычной краской людям нарисовали, и люди потом в эти шрамы выводили. Михенди. Аккуратнее. Смотрите, куда идете-то. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Колхоз какой. Могла просто спокойно сказать, да? Аккуратней. Куда ты хотел? Все, мы едем домой. Ну что, ребят, вот подвести можно итог. В принципе, все классно. Мне все понравилось. Слава, тебе понравилось? Сначала его не затащить было на аттракционы, только собрались уходить, он это начал уже конючить. А тебе понравилось в зоопарке? Люди в целом добрые. В принципе, все такие здесь счастливые ходят, кроме вот последней быдло мамаши, которая меня толкнула, я так и не понял, заорала аккуратнее зачем-то. Хотя вот я специально посмотрел видео, никому я не мешал, спокойно шел, там было полно места. Можно было просто даже сказать спокойно, молодой человек с ребенком и все, то есть я бы даже это, ну, толкнув меня и заорать как аккуратней, это показали свой полный колхоз. Молодец. Так, это ты в что играешь? Ну, мой...
игла. Крутая игра. Я ее играю уже давно, и она легкая. Мы завтра запишем видео отдельно про игру. Ты расскажешь завтра, как играть в Roblox? Да. Хорошо.